стартап Михаил Гуревич. Для чего будут использованы результаты этого мониторинга? Мы точно не знаем, но это не будет известно, да, получится высокий подобного рода вот постоянные компоненты заявления. Thank you.
будет и штраф в сотни тысяч евро. Что скажут, а нам выпишут 3 очка. Есть, правда, вариант с доигровкой, оставшихся 23 минут на нейтральном поле. Но вероятность такого вердикта я оцениваю в 5-7%. Почему так мало? Ведь по игре они были настолько же близки к ничьей, как и мы к победе. Тем более, что и пенальти Широков не реализовал. Да все потому, что главной задачей УЕФА сейчас становится демонстративное наказание, чтобы другим неповадно было. А в этом смысле намного эффективнее именно турнирный ущерб. Потому как именно этих 3 очков из-за собственных фанатов, подаренных прямому конкуренту, черногорцам как раз и не хватит на финише. И в таковые матчи, а может даже в Париж, попадут не они, а мы. И все благодаря хулиганам из группировки «Варвары». Вторая причина задержки указана в отчете.